Блин, тут лесенки. Тут лесенки. Тут лесенки. Блин, вот я бы, конечно, я не проеду. Ну нет, я проеду, но там типа трое человек идет. Да. Можно туда, да? Ну да. Там разрушим лестницу. Да насрать. Я укопаюсь, а ты замерз? Укопаешься? Замерз? Нет, так просто промерз. Я утопаю, и мы там ехали, я прям жу-жу-жу, катка. А ты едешь кино? Я бы не сказал, я все равно слышишь, как жужжит. Можно туда сгонять. Темно катай, а у нас сломано все. Да. Ну ладно, так следующий день сделаем. Приезжать на колеса, где-то тут вставлять колеса. Ну. Интересно, а помимо лыжни тут есть трасса, хотя тут уже не лыжня. Ну что, они половину прошли. Походу. Поедешь вперед? Не, до самого верха хочешь? Да. Ой, давай попробуем. До самого верха? Да. Эти он вообще внутри идут. Это нереально. Это нереально тебе. Нереально тебе заехать туда. Ну вот здесь вроде нормально. А как встать-то? Если я остановлюсь, я не стартану. Вон здесь, видишь, прыгаешь туда, мяу, и поехал. Ну так плавает сейчас. Плавает? Вот я остановиться стою, газую в горку. Так я покажу, плавный пилок идет. Вертикаль. Вертикаль смещается. Я толкну? Нет. Тут снега много.
И есть где посидеть. Лёва. Я совершил ошибку. Ты остановился. Да. Ура, Ухтус. Хоть в этом году на Ухтусе побывали. А скатываться будем как, сидеть? На полке. Боком можно? Подушку снимаем и едем. Боком только ты можешь. Надо обязательно сделать. Кого? А? Борды. Борды. А? Лед подымается, а не пугает. В принципе, съехать можно. Там, где все катаются? По краю. Зачем? Не знаю. Я думал, мы на тропинке. А? Я думал, мы на тропинке. На какие? Не знаю. Мы ж провалимся тут. Там вторая гора. Длинная, которая. Я банки замерзшие. Согласен. Согласен. Поэтому я говорю, надо съезжать, а не тормозить. На скорость? Ну, чуть-чуть. Так, слегка. Да, согласен. А что будет? Он отключит батарею или сожжет ее? Он отключит батарею или сожжет ее? Скорее всего, будет пытаться отключить и все перенаправить в конденсаторы, которые есть. Мосфеты. Там же делают, все гонщики ставят дополнительную большую банку конденсата, чтобы в нее токи уходили. Чтобы был план на разгон, и чтобы ты здесь следишь. Провалился. Че? Че говоришь? Че говоришь? Я бы не рекомендовал. Ну а где тогда? Справа, где заходили пешком? Ну либо там, либо на тропинку попробовал. Ага. Вроде никого нет, в принципе, можно попробовать. А если тормоз не сработает, то передай. А вот это уже да. Спрыгивать хватать. Вроде никого. Я поеду. По правой стороне. Да. Нормально. Ну вот. Ну клево же. Так, а самое главное, я записывал? Да, я записывал. Я писал. Хочешь еще раз? Нет.
большая память, да? Какие тут шипы тебе? На педали. А, на педалях, ну да. Мне выскальзывают на каждой кочке. А я разогнался до поднятия педалей. Я не стал искать. Клево. Надо паузу поставить, чтобы найти этот момент. На торможении. Ну чё, домой? А, ты хотел по лесу покататься? Ну тут вон туда уехать, правда? Разве что? Попробуй, да. Поедешь вперед, а я светить буду. А? Чтобы видно тебе было, куда ты едешь. Я не вижу так, я не вижу. Ну давай я проеду. Тут бортики. Можешь левее идти, вот здесь, где и пешком можно пройти. Слышишь? Возьми левее, тут тропинка есть. Вот. Ага. Но я не смогу заехать. Ну так спустись. Остановись, да заедь. Чё, нет? Конечно. Чтобы в горку стартануть, ага. А все. Конец тропинки. А куда мы едем? Не знаю. Я хочу в туалет. В туалет. А, колонки же включены. Точно. Колонки же включены. Варежкой, хоп. Плиз дизелорейт. Дизелорейт.
Что ты на меня-то едешь? Давай буксы на месте. Давай буксы на месте. Ты же хотел продать. Вот и пробуй. В прямом. Надо было там, где мягко. Не, нож. О.